Урожай нынче хороший. Вон лучок. Ну, лук это так себе, конечно. Помидоры. Мы почти все съели. О, помидоры. Это еще не все. Здесь только ведро. В коробке где-то вот так вот, пол коробки. Это у нас холодильник, мы его включили, кстати, у нас работает, здесь стоит. Заморозка, зелень. Можно открыть, да? Ну-ка, иди, посмотри. Вау, класс. Димка, смотри, какая красота. Настюха. Ну, красиво, да, согласись? И запах-то, а? Запашок. Офигенно. Ну, давай, дубль два. Угу, еще. Ничего себе. Ты мне специально, что ли, так это? Смотри, Димон. Здорово, мамуля. Всем привет. С работы. Только-только с работы. Сегодня еще суббота рабочая. Пока все на саду живем. Но скоро уже становится холоднее и холоднее. Скоро уже будем возвращаться в квартиру. Оху, здорово! Здорово! Димончик! Здорово! 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 Настюха! Че там? Я не знаю, че вы. А, вы же это, да? Вы же готовите мясо, рыбу. Рыба там готовится. Ага. Сейчас. О! Здорово! Лещи! Сам не ловлю, так видишь. Да, товарищ с работы угостил. Ну, конечно, я же не сам поймал. Пойдем. О! А? Мама, чайник поставила. О, с рыбой? Меня рыбой угостили. Я говорю, сам не ловлю, так. Сам не ловлю, так это. О, сейчас тоже будем рыбу коптить. Скумбрию. Ехал с работы, еще заехал, это вот взял. Спаржу. Берем частенько. Вот. Что уже, Гриш, уже скоптилось? Да. Скумбрию взяли сейчас. Такой, сказать, вечерний ужин. Закрытие сезона. Да. Ну ничего. Зимой тоже, да, интересно? Зимой у Димки день рождения. Новый год. Новый год. Надо бассейн еще убирать. Пока еще все. Пока еще так все и стоит. Басик. Ну, он еще стоит, но уже все. Купаться уже не будем. Надо эту помыть. Да, надо эту штуку помыть. И все. И убирать. Уже у многих-то уже убран. Это что-то я торможу. Ладно, пойду переодеваться. И буду Аллочке буду помогать. Жарить, парить. Тушить на медленном огне. Надо, надо. Все, пошел, пошел. О, пакетик. Много нынче у нас урожай. Завтра утром. Урожай нынче хороший. Вон
лучок. Ну, лук-то так себе, конечно. Помидоры. О, помидоры. Это еще не все. Здесь только ведро. В коробке где-то вот так вот, пол коробки. Это у нас холодильник. Мы его включили, кстати, у нас работает здесь, стоит. Заморозка, зелень. Арбуз, дыни, но это не свои. Кабачки там держим. Капуста тоже, да? Вот. Маме моей с папой пакетик собрали. Гостинцы. Помидорки, зеленюшка. Что надо? О, редька. А можно, слушай, редьки тоже, они это? Я положила. Положила редьку, они любят можно редьку. Черную еще положить. Я где-то там что-то белую выбрал. Мышки или щи? Видел, Дима? Ищ. Ой. Большой? Это один? Большой. Там три их. Вот таких больших леща. Потом дома уже, наверное, пожарим. В холодильник. Уберу в холодильник. Вот, видели? Я не... редьку и свеклу положила. Или не видели, как сделал-то. Я особо видео вроде не снимал. Вот сюда свет провел. Сейчас я уберу рыбу. А есть там куда убрать-то? Нет, не тепло от холодильника. В ту, да? Пойдем, Димка, откроем там морозилку. Я рыбу уберу. Капусту сегодня забрали. Ага, капусту собрали, молодцы. Морозилку, морозилку. О, морозилка-то работает. Покажу, как сделал-то. Я так и не показывал. Толком. Чтобы холодно не было. Ну, давай, сейчас переоденусь. Что вы тут все собрались в кучку? Все собрались в кучку. Вот, собрал стенку, все это закончил. Я показывал, как собирал, но уже вот, как уже обжили, так сказать. Как уже есть. Картиночки повешали, видите, Пермский край. Все дела. Шкаф пришлось сюда поставить, мойку туда наоборот. Неудобно там сидеть. Пытался унитаз подвинуть. Маленько развернуть. Ну, короче, он там забит на гвозди, мог сломать. Все вот так и все работает. Рельсы. Вот эти вот рельсы от шкафа купе. Здесь сделал уплотнительную резинку. Вот эти рельсы от шкафа купе. Здесь прибил обналичник. И вот там внутри, видно, не видно, вот там колесики ходят. Маленько так доделал, этот брусок я уже сверху сам прибил на нее, чтобы она туда проваливалась. И вот так получается. Оп, ну-ка, Димка, закрывай. Оп, ку-ку, мой мальчик. Все. Да, и свет в туалете. Вон он там у меня идет. И от розетки запитан отдельно. Вот. Вот, вот он идет все здесь. То есть с этой стороны у меня здесь ничего не видно. Все красиво. Просто в стене выключатель. И еще одна фишка, да, Димка, покажем с тобой? Че? А вот выключатель проходной. Еще одна фишка. Вот у нас здесь горит свет. Вот. Но бывает, допустим, дедушка его выключил, да, лег спать, он его выключил. А Димка спускается в туалет захотел на втором этаже. Ночью-то здесь темно же. И вон там, видите, выключатель. Вот. Он его включил. Нажимай. Вот. Он его включил. А я сейчас здесь могу выключить. Включай. Снова включил. Он может спуститься, например, в туалет сходил. О, Настюха. Здорово. В туалет сходил, поднялся и там снова выключил. То есть два выключателя, они всегда работают в паре на одну лампочку. Очень классная штука. Вообще очень нравится. Ну, холодильник вы видели? Чего так запахло? Хороший холодильник. Пойдемте, буду переодеваться, а то никак дойти не могу. О, чайник. Ну что, как тут у вас? Не холодно? Нормально? Телек убавить, орёт. Отгрел, зачем нам нагрет? Еще рано тебе. Вещи собрали уже домой.
Так что скоро стартуем в квартиру. А пока переодеваюсь, идем жарить шашлык-машлык, рыбу коптить, отдыхать, в общем. Один дали мне выходной нынче. Ну ладно, хоть один. Так вообще не хотели давать. На рыбалку, наверное, не пойду. Охота поспать. За грибами, блин, и за грибами. Не знаю, вроде охота везде. И грибы успеть пособирать, да, Димка? Ну, не знаю, посмотрим. Сейчас пожарим шашлыки, посидим, так завтра неохота будет никуда идти. Ладно. Давайте, переодевайся, пойдемте на улицу, Олег, помогать. Да, уже прохладненько. Че, Наська, спишь, что ли? Че, снимать, говоришь, надо? Да. Коптильня, что, готова уже? Да. На, Настюшка. Угу. Там у меня есть чайник, надо за ним следить. Я его выключил уже. Ага, все, понял. Иди с той стороны, тяжко. Так давай я сам сниму. Я его прямо тут ставлю. Силач. О, да, лишь бы не насрал. Ну, можно открыть, да? Ну-ка иди, посмотри. Вау, класс. Обалдеть. С лимончиком. Сам наловил. Шановик? Скумбрию. Выходска. Скумбрия. Скумбрия. Выходска море. Пойдем спаржу зальем. Знаете. Я там ее. О, какой снегопад. Ее может накрыть тогда еще чем-нибудь. Она еще быстрее. Прям как снег. Пойдем, Настюха, спаржу приготовим. Пси. Сейчас ее кипяточком зальем, она быстрее у нас. Мягкая будет. О, лук маринованный, да? Моя радость. О, так классно пахнет. Блин, она не треснет, чашка-то? Не знаю. Блин, что, эту тоже, что, выкладываешь? Что? Она же может лопнуть, да, ведь? Я зачем? Ну-ка. Что у нас тут есть-то? А, вон. Самый раз. А то что-то боюсь, это может сломаться. Это потом в нее положим. Вот так вот. Можно еще добавлять в нее корейскую морковку. Можно сюда добавить. Когда она будет мягкая, добавить корейскую морковку, помешать. Во, будет вообще песня. Сейчас, короче, крышкой накрою, наверное. Что у нас тут есть? О, как отсюда прям. Идеально. Все, пускай она парится. Пойдемте жарить. О, еще грибочки? Ну, прям вообще... Класс. Настюха, еще грибочки, да? Ну, грибы я не ем. Я рыбу ем. Ну и зря. Ну, не знаю, что-то не люблю грибы. А они в чем? В майонезе? Там майонез, чеснок там. А. Купили в Пятерочке мясо. Вчера. Сегодня-то я с работы. Вчера после работы купили готовый шашлычок, но... По 220, что ли? 229. Вроде бы. Че, Димон, как дела? Ну.
тихо, тихо. А? Так без проблем. Настюха? Иди, ты сказал без проблем. Без проблем, Настюха. Так ты же у меня. Ты же у меня этот-то. Мой зам. Так что ко мне я не зам. Мой зам. Да ладно. Да, вообще-то да. С работы пришел, пойдем помогать будешь. Там тоже, это что? А, нет, это под мясо, да? Это еще не грязное. А, у нас же еще крылышки. Так у нас вообще что-то можно сюда полдня жарить губа. Мы еще крылышки, ну ничего. Увезем домой. Неделю доедать будем, да? Ну на, помой кастрюльку. Пока одну только. Потом, потом еще. Все, как жизнь молодая? Нормально. Вон цветочки такие-то вылезли красные. А, так это они и вылезли, да? Астры? А, ничего себе. Это нам соседи дали. Сосед. О. Они вон такие красавчики. Они еще только, да? Они еще только в это? Сходят только еще. Хотим эту взять. Скорее всего, на следующий год. Кусторез. Называется. Может быть, им даже можно будет вот так постригать. Воп-воп. Вот так прошел кусторезом. По прямой. И будет квадратик висеть. Получится, как думаешь? Что? Кусторезом получится виноград? Резать. Вот в своем доме постоянно дело, да? Вот надо крышу здесь наладить. Здесь, видите, просто листы железные лежат. А там дуги внутри. Теплицу хотим брать. Посмотрим. Если получится, может осенью. Ну вот сейчас еще, да? В октябре где-нибудь. Я думаю, получится. 4-метровую. Парники-то убрали сейчас. Там же уже Виктория сидит. Вот. Туда надо поликарбонат. На ту теплицу. Ее тоже сломала вон. Сорвала. Веревкой подвязал. Держится так. Временно. Короче, дел дофига в своем доме. Хоть даже не в своем доме. Да, надо... Ну мы-то здесь живем. Для нас это как свой дом. Да, правильно? Вот. Че, Димка, шашлык ждешь? Да. Желудок разрабатываешь? Наверное. Наверное. Димка, смотри, какая красота. Настюха. Ну, красиво, да, согласись? И запах-то. А? Запашок. Офигенно, реально, вообще вкусно пахнет, вообще грибы обожаю, вот любые причем, что вешенки, что шампиньоны, что, и что эти, а что за грибами-то, понятно? Так-то охота, вроде тепло, да, вот стало? Заготовок много делаем. Заморозки много делаем. Завтра еще считаю, надо переехать, мне надо халат постирать, мне надо что-то сделать дома. Ну да, ну ладно, можно не ходить. Можно. Может, за пятнами потом схожу, когда пойду, пока их нету еще. Завтра очень много дел. Ладно. Я хочу. Мне надо к работе посидеть, постираться. Ну что? Где карта-то? Карты? Давайте. Карты играем. Но. Втроем. Так давай. Где карта-то? Давай. Тащи давай. Я принесу. Играем. 21? 21. Давай. Раздавай. Какие надо карты? А, так ты сразу знаешь что? Ты перемешай. А, надо же карту отобрать, да. Пятерки, так, какие там есть-то? Двойки, тройки.
общем... Четверки, пятерки убирай, остальные все оставляй. И джокеры. Да. Двойки, тройки, четверки, пятерки. Убирай. По парочке сразу давай. Ему и мне. Все. Сейчас. Давай сначала я с тобой играю. О, мне хватит. Давай себе. Не, ты себе. Диме. А вообще, на не так. На, сперва с тобой просто отдельно играй. Настя, а король А-а-а. Сколько? Давай, скин пока, подожди. Король 4. Скин, давай, перетусуй. Угу. И заново с тобой сыграем, а потом ты с ним сыграешь. Ага, хорошо. Ну, давай, дубль 2. Угу, еще. Ничего себе. Ты мне специально, что ли, так это? Смотри, Димон. Стой, еще, да, Димка, еще берем? Давай. Давай, вот так вот. Держи. Держи ты в руках. Я потому что видео снимаю. Еще? Давай, Настюха, давай еще. Еще. Обалдеть. Держи. Ты хорошо мешала? Держи, держи, держи. Давай. Нифига себе, да? Ничего себе. 4. Стой. Что ты зачем говоришь-то? Не надо говорить ничего. Еще давай. Хватит. Хватит. Теперь себе. Так, 6. Так, валет. Валет сколько? 8. 2 валет. 2. Валет 2. 8. 8. 16. Еще. Ну, еще будешь брать? 16. Перебор. Блин. И у нас перебор. 23. Смотри, ты как там дала. 23. 4 дамы. Ничего себе, да? Давай, раздавай.